Раз, наконец-то в Москву. И сегодня мы будем играть по Майнкрафту, по нашему любимому. И да, в прошлый раз мы набрали 37 подписчиков. Да. Здесь я еще не запустил момент, так что можем заходить. IP сервера сейчас я могу вам скинуть. Скинуть вам? Так, сейчас. Где я буду играть? Я знаю, что надо будет отчитывать, что сейчас продать какие-то шмотки, чтобы ты даже хорошо. Сейчас я его... Вот, сейчас. Сейчас. Интервью юзернейм. Логин 21.11.21. Стоп. Вот так. Интервью паспорт. Здесь замазано. Все, логин. Да. Вот. Всё. Так. Так. Нет. Всё, должно. Сейчас я вам скину. Все, вот. IP. Я скинул и может кто-то ходить. И играть. Я сейчас там буду. Прямо сейчас вот так вот захожу при вас. И вот я сейчас буду здесь. Извините, за 4 снова. Потому что не знаю. Мне останется тот скин. Мне так было, что лагануло. Вот это YouTube. Как там? Вот этот сервер. Вот, да, вот на, мы на этом, когда в прошлый раз вызывали. Вот, да, вот здесь. У нас вещей теперь нету. Логин уже вести. Так, подождите, я это не буду показывать сейчас. Вот. Так, ну, давайте дальше покопаться. Мы в прошлый раз не покопались, сейчас покопались. Это как бы визуально. Вот сколько, какая-то дырка. Нормально. А я первый есть? Чего? Охуа себе! Откуда вещи-то такие? Нифига себе! Ну, я пеку есть. Все есть. Так, ну все. Откуда у нас скин? Смотрите, ребят. Офигеть. Я даже не знаю, что куда брать сюда. Уже. Сами понимаете, что у меня такое. Офигеть. Откуда где такая кирка? Резко здесь. Вот теперь мы будем уже накрыть. Да. Земля. Землянка. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Да. Так. А здесь какая сложность? Легкая. Тут изи. Это не тот сервер, который сейчас у вас написан, это не тот сервер.
Давайте сейчас наберем 3 лайка. Или 5, давайте прямо сейчас. То я скину этот сервер. Мы можем с вами здесь поиграть, да? Так, так. Здесь у нас такой нет. Просто шаримся по пещерам. У меня стрелы из леда. Ой, зачем я это делаю? Это прикольно. Так, 32 стрелы. А, у меня рук не достаточно. Кто это еще мог дать? Ой, не знаю. Кто-то, наверное, добрый человек, не знает, и просто не знает. Это плохой дядя. А вон там еще один дядя. Ловит. Еще один дядя ходит. Блин, ушел все-таки. Так, все, дяди умерли. Все, он собирал железка. Нет, я не знаю, откуда у меня у вас на кирка, конечно. Все. Так. О, еще один Вася. Всегда хорошо железка, но нужно нормальной броней. Железный там, например. Так. Ого, опа. Вот это мне повезло. Все. Минус падли. Так. Спасибо. О, еще железка. Да. Железка тема. Тема. 36 железа. Офигеть. А ну что, удача принес? Ну это удача больше всего нужна не на этом, а вот смотрите, на угле. Ну смотрите. Я с этим X-Ray ничего. Ладно. Здесь, ну тут так была железка. Здесь его видно даже, я сейчас. Вот смотрите, например, видите, один выпадает. Один выпал. Видишь, два выпало. Два выпало. В общем, это удача, это для того, чтобы побольше попадало. Нам так и само можно не делать. Так, клиперы ходят. Подписываемся здесь ходил. Все, железка больше нет, можно уходить. Ой, еще вижу железка. Я если только с этого напишу. Смотри, какой дядя пришел. Здесь третий крипер один. Так, а здесь что? Ого. Здесь типа... Здесь надо было песок поставить. Здесь кто-то рядом был. Есть, есть крипер. Ой, пера! Там зомбяр мой. Так, козырей там вижу. Давай ешь. Вот сюда. Так.
Подходи ко мне. Иди, что дело, да? Водички больше. Водичку в тренажерах. Покатухи. Нажарим сочек. Так. Вот это качается. Ой, ой. Так, стой, надо писать. Что за железо? Нет, раз. Не хочу с тобой. Все. Так, где сейчас? Водичку сберем. А что мне здесь было? Пусть здесь я вот так вот. Почему я не могу так вот? А, сапер на них. Вот так. Все, уходи, уходи, уходи. Уходи. Нет. Какой ты подлый, господи. Ну, ну как с алмазами мне, конечно, повезло. Вот зачем они это сделали? Блин, ну что делать теперь? Что мне делать? Я так просто. Thank you.
Все, они в видео, пацаны. Так, оп. Вау. Скажите. Теперь смотрите на себя. Пацаны, красавы. Красавы. Пацаны, красавчики. Давайте напишем ход. Так, вот наша деревенька. Она херовенькая. Вот она и. Плохо. Надеюсь. Ай, пёрлый. Дай пёрлый. Боже. Я знаю, вы не ютуб, красавы. Дай пёрлый, боже. Не тупые, дай. Зачем много? Куда позже идем, не стаканы? Офигеть! Чё так много? А здесь я не могу строить, да? Чё вы делаете, господи? Что он сейчас сделает? Господи, какой же... Господи, вы сейчас видели, вот это что это такое? Господи! Что здесь? Логин. Его валик посмотри, я ему денег перечислил немного. Ничего мне не давал, чё? Тихо, как он не хочет. Так, вот так вот вернусь. Он тебя приватный. Согласен, нет, я же приватный. Ставим. Я из-за вас не могу построить. Сейчас. Нет. И вот здесь будет класс. Аргак лайм. Аргак лайм. Лайм. Так, давайте 677. Все, я не могу строить, да? Построй что-нибудь. Давай, поставь что-нибудь. Все, привод есть, все. Иди в попу. Ты уже задолбали тэпаться. Все, я не могу строить, ха, лохи. Блин, я не могу строить. Так, все, я не могу строить.
Сейчас. Это хлопнуло. Сюда можно вкладывать хлоп. Да какие 39 секунд? Вы угораете. Да не надо мне. А суки. Так. Ну давай сюда. 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 И сюда. И ножка упала. Все. Ой. Не надо. Разрушь, разрушь. Да что такое? Что я сделал? Да ты что делаешь? Он меня хочет спалить. Я хлам скину, я хлам. Скидываю шутка. Дебилы. Но мне это дебилы! Забирайте крыло. Забирайте крыло. Забирайте крыло. Они задрали время. Взяли все здесь. Ребята, извините, что это делал, потому что я не могу быстро сменить больше. Дебил. Коробка! Зачем ты мне стейки дал? У меня уже есть стейки. Мне нужно, знаешь, что от тебя коробка? Мне нужно от тебя кожицу взять. О, зайчики, привет! Прикольно. Ой, еще один зайчик. Ты. Кто это сделал? Зайчик. Ходи, зайчик, ходи, ходи, зайчик, ходи, зайчик. Проводок, проводок.
Ого. Пошли. Пошли. Зомбега пришел. Пошли, пошли. Уйди! Это мой зайчик. Мой зайчик. Пошли, зайчик. Пошли, зайчик. Панук! Калитку. 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 И забор. Ты что ты делаешь? Бежим, кролики! Хом пишу. У нас же хом остался сюда. Мне вещи не надо. Спасибо тебе хоть за такие вещи. Ты просто мне помог. Тварь. Вот он, тварь. Давай, Колик, сюда. Молодец. Ну, вы что, дебилы? Ко мне. Давай. Пошли. Молодец. Так. Есть. Все. Пойди, давай. Пойди. Мне нужно этот. А то... Бедный хвалик. Забирай. Вы мне не нужны, я слышу. Идите отсюда. Идите отсюда. И забирайте ваши станции. Мне не нафиг не нужны. Сразу сделайте. И заводите. Вообще офигели. Взяли, загрейфили, да? Еще по увещениям забрали. Свой нагрудник. Мне флаги не нужны, я сама их никуда не поставлю. Я с ними не буду больше играть. И заберите свои штаны. Сам боюсь из вас.
сделаю сам. Еще, кстати, для кого из Fortnite, скажите мне, я могу добавить вас в игру. Курочка! Где семена? Быстро! Опа! До свидания. Два что? Это что, семена подбивали? Так. Это мама еще. Давай. Есть. О, все. Где курица? Курочка. Где это? А, кролик. Курица, камон. Уйди. Пошли, дура. Ты что? Боже, ты должен на твою горку был? Не совсем. Ну, пошли. Пошли. Молодец. Молодец, 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 молодец. Я задеваю, куда я упал. Засужу, куда я сейчас. Ты плевать где-то. Если кому плевать, скажите. Не, если плевать. Не, кошка. Давайте сейчас ямку вырву и спрячу тебя. Семян я тебе дам. Вот здесь ты будешь сидеть пока что. Давай ко мне немножко. Вот так, все. Маме одеть курочка, я тебе сейчас покормлю. Все, и вот твои семена. Все. Ты будешь кушать их, и все. О нет, ну только не дождь. Вячеслав, хелп, Вячеславик, сделай нормальную погоду. Вячеслав.
Давай включим джаз. Где-то у меня был щит, чтобы она... Что? Зачем? Зачем мне вот? Пишите. Thank you.
Что-то вот это будет. Вот так. Так меня больше через дерево, а, точнее, где меня забьют, где меня забьют. Я жопа, я спаса. Давай, убей меня, убей, ну же. Вот и гонят меня за все. Вот так вот. О, часов пару, кисти, дебахи, 6, 7, 8, 9, он просто. Еще не забыл. Прикольно, если ты попнешь. Здесь ничего нет, не давайте. Так, приветик, извини, пожалуйста. Зато... А, ну я помню, что ты мне сделал. Хорошо, извиняй. Ты думаешь, я не знаю, что мне говно выпадет? Я всегда чувствую, что мне говно выпадет. Там не бывает ни один раз мне не прилетала секретка. Ни один раз. Вообще... Ни разу не летала. А просто были говно скины у меня пролетали, и все. Охереть. Вот. Все, ладно, все, все. Кто хочет ко мне на сервер, ссылка в чате. В чате трансляции. Ссылка написана вот там. По ней скопируйте и заходите на сервер. А почему у меня каждый раз? Ну мне не пара начинается. Ладно, пауза тогда и включу я свою музыку. Меня почти не слышно, мне так кажется. Все так. Давай. Мне тогда я открыл, я, и мне выпало обычное качество. Ну хоть мне и эпическое, ой, профессиональное выпало, но... Сколько там раны? Через сколько? Через 17 секунд. Я чуть-чуть потише. А в наушниках чуть побольше. Тримлей, сымлей, он не лавли. Угу.
Куда эти будут? Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш! Готов! На кого мы... Немного кого мы уже заспали? Тыц! Тыц! Уже место там не пройдёт. Ты уйди! Ты уже... Там уже зачистено, что ли? Так, смотрим, что есть. Блин, ботиночки были. О! Это видео что-то новое есть. О! Что у него еще есть? О! Что у него есть? Еще нормального нет. Там есть? Там бочки там есть. Ага, ну уже. Не могу получить, чего выкидывать. У тебя какой ник? Где? Ничего нормального нету. Так, где же я скидал? Там. Я сейчас не помню кого-нибудь выбить. Ну, камень не меч. На совет камень. Вот он, камень. Спасибо, камень. До свидания. Логин 21.11, 21.11. Видишь, там в чате трансляции есть IP, самым первым. Thank you.
Мастифка! Построю такой за тебя. Ну, лучше. Ну, лучше. Симолей. Love me, love you. Не забывай подписываться на канал. Так, ну все хорошо, подожди, да? Я вот его возьму тут за Skybox и Budbox. Так,
Да. О, это растилка. Подойди ко мне, ну. Так, все мы вместе будем? Видите, этот красный глаз. Чё? Чё? Зомбяра. Иван Бабам. Так, всё. Го! Я сзади. Я сзади. Прости, у нас все кибаги. Ой, все, ха, вот ну-ка. Да я пофармлю. Все. У меня бэд нукер.
Он позволяет ломать кровать через блоки. Через блоки. Килаушник тупой. На блоки. Пошли. Дебил, возьми блоки. Пошли. Возьми блоки. Пошли. Смотри, как идет. Все, до свидания. Лес. Бай-бай! Так, батники. Все, не маскировать. Сломал. Ну же, кого сломали? Кто остался? А Стивка остался. Так, давайте посмотрим, что это за Стивка. Пошли за ним. Тяжелый. Я сейчас собралась и... Стивка! Гон! На, быстрей! Так, на, потом, так. Я с ним обязан поделиться, так что на тебе. Погнали, все, на центр. На еще у нас. Да ты че? Да как? Блин. А че он сделал? Офигеть. Не, ну ты, конечно, братан. Рискованный чувак. И че рискованный? Давай, иди ко мне. Так,
Я так и не умер. Ну чё, батон, сидишь что ли? Ну-ка. Кыш-кыш-кыш-кыш. Вообще один не допрыгнул. Так. Ну, я маме еще есть. Здесь кто-то есть. Кто-то есть. Ну-ка. Все, на зомби сразу такой перенаправился. Здрасте! Так, надо покушать яблочко и идти. Спасибо, напишу. Так, мистер Вайт. Привет, привет, братан, привет. Не забывай нажимать красную кнопочку под стримом. И все. Аккаунт. Два аккаунта. А нет, второй аккаунт не сделал. Подождите музыку включу. А, не-не-не. Не сейчас. Не сейчас. Блин, ладно, на сайт. Оп. До свидания, братишки. Нихера. Извините за такое, но я не мог здесь не выразиться. Офигеть! Сразу железка, железнечный, то есть. Офигеть. Ну все, я топ. Все. Так мне сейчас топ брать. Он мне сейчас будет под ногами мешаться. Так, смотрим, что еще есть. Что еще, что еще, что еще, что еще. Опа, здесь кто-то есть. Идем, 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 идем. А вон. Ну-ка, давай, полетел. Ах ты ж. Смотри, как побежал, смотрите. На, полетел. Вот это я повезу, блин. Блокан, блокан. Смотри, как смотрит. Ну же. Давай, давай, полетел вниз, полетел. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Все, молодец.
Ой, Линки Уолга, случайно. Ах ты ж. Что ты такой дерзкий? Лоси ко мне! Красава, давай. Вот он. Ну ты ж какой злюка. Ну все, батон. Смотри, как бьет! Смотри, как бьет! А теперь пишем спам. Ищем ошибку. КПС. Да. Так, все, ну значит, ну, давай. Давай строить. Строим. Чао там. Возьми пока что-то, да, возьми. Стоёшь! Угадно. Стой, давай, что ты стоишь? Иди дерево добывай. Или вообще... Сейчас будем строить. Стой, давай, помогай. Но убей дерево пока что, что ли? Ты бабок. Стоп. Кто он? Он не кто? Все, давай стой, короче. Так уже. Thank you.
можно так, читы, можно с вами? Конечно, можно. Да. Я просто забыл про... про комменты. Про комменты! Кто... А, кто ты здесь? Твою мать! Простите, ребят, ну это невозможно описать! Знаете, вот человек-глифер, а кто Тедисон? Давай посмотрим. Так, Тедис. Тедис у нас модератор. Понимаете, модератор грифер. Первый раз такое Что-то я... Я сейчас. Я уже заебался мозг. Это... Не знаю. Что это сейчас было? Он просто взял и закрыл. Модератор, причем модератор. Берет и грифит. Вот у меня, когда я грифер, как понимаю, когда я, ну мне вообще не донатят, смотрите. Видите, игрок донат. Вот. Донат игрок. Нет, он с модератором может убить. Он может вообще забанить потом. Ну вот не сейчас. Копи. Я сейчас снова куплю. Так. Я сейчас в шоке. Мы брата убивали. Ни разу не видел. Как тот людей, которых вот с донатом убивают. Он же вот это помог. Забьем. Просто тупой. О, привет! Это кто такой? Это кто такой? Ты кто? А ты кто? Ох, сейчас я буду со скайпом. Так, он создатель! Создатель купил? Сколько создатель стоит? Ну-ка. Блин, подожди, честно. А, он купил. Оу, нифига, ты Иваныч муж. Ты Иваныч муж? Ну, ты, ну тебе и так можно, Иваныч. Кик. ТПС, ну-ка, ТПС. Так, видно, он подошел кричать. И вот тогда это на 3 часа к вам прилетел тогда, я помню. О, давайте звоним. Звоним ему. Егору Курилину. Привет. У меня как бы стрим идет, не? Друзья, тебе купаться надо. Так, ну... Кто это сделал? Я для тебя тоже послала. Да, ты хотел, чтобы на меня все смотрели на давно, да? Ты мне, можешь мне, пожалуйста, дать изумрудиков? Знаешь, как они меня убивают? Слушай, я только что этого. Модератор меня убил, знаешь что? А какой, говорите?
Не-не-не-не-не-не. Модератор. Знаешь, что такое модератор? Его может. Это он был. Тут его мать. Во, мой друг сейчас это вот. Вот он. Не бить его. Его не надо бить. Вот этого друга не надо бить. Да, вот этого человека. Вот это. Нет, вот этого можно бить, а вот этого нельзя бить. Это он мой друг, он же это. Шин-шин. Он мне он. Да, вот его нельзя бить. А вот того можно. А то мой друг просто по. Да. А он со мной со стримом общается. Ну-ка, он же на стриме со мной общается. Какой сегодня? Ну такой же, какой мне обозревать еще? Мне потому что уже нельзя больше сказать, ты мне можешь обратно добавить, а не то, как в прошлый раз. Добавь меня, пожалуйста. Вот видишь, смотри, видишь, что он написал, растивка вот этот. Насмотр за грифер. Знаешь, какой его ник? Он вышел, он засал, он вышел, знаешь, что он вышел? Логин. Нет, не давай. Киев, а как? Нет, он правильно написал, он написал Киев. Блин, Растивка победила, ну поздравляйте, Растивка. И ты же знаешь, каких то так там... Ага, все. О, сколько всего здесь у тебя. Я знаю, что это кит твоего... Я сможешь его добавить. Смотри, он пишет кит, смотри! Он вообще не в клане, то есть его вообще в клане нет. Знаешь, что написал сатана? Мам, я того. Видишь? Прими в клан. Ну, вот у меня GBL. Чат игра, кто первый напишет QR, получит 1000. Пекин. Что там было, столица? Какая столица, назовите столицу Китая? Что-то такое, пишет, хахер тебе, да? Не 1000 рублей. Ты закрыл, да? Все. Так, ну как, прими в клан. Все, он принял. Да, он принял. Так, это светильники, да? Нихера ты крут! Нет, реально крутые. Ребят, лайк за вот это вот. Ну, как бы за эту постройку вообще лайк огромный. Под этим видео. Ну ладно, стримом. Вот видишь, он 103 написал, все, он теперь на это. Ты не можешь дать изумрудик? И ему тоже, пожалуйста. Давай. Сначала мне давай. Да нет, подожди, я хочу из дерева построить специальную лестницу. То есть, сейчас я подожди. Сделаю верстак. Ну, почти обычные. Ступеньки. А то здесь не заберешься. Так. Сейчас еще. Не надо, я нормальную лестницу сейчас поделаю. А, ты из этого хочешь? Давай, скварц. Так. Лесенка. Я сейчас купаться пойду, ребят. Да, буду, но только попозже. Наверное, буду. Мне же завтра в школу. Блядь. Завтра в школу. Нет, я не хочу обратно в эту дурацкую школу. Ой. Капец.
за что? Ты в понедельник будешь играть? После школы. Не трожь! Не трожь! Моя постройка! Алло, смотри, подожди, выключи свой микрофон. Алло. А? Это шедевр. Слушай, меня мака степнул. Меня степнул, меня убили, вдруг не обратно. Так, кикни. Да, у меня тут не к себе, меня начал убивать. Он же мразь. Давай, кау, поднимай. О, водичка! Я в колоде свалился. Ты пацан. Все. Так, давай, давай это изумруд, дай. Ну зачем ты его закрыл, блин? Это ТПЕС, он пишет, он все, вот. Давай, изумруд. А, вот где открывается. Думаю, где открывается? Думаю, сверху открывается. Хитро. Хитро, реально хитро. Так, здесь эти дверочки. Наверх, что такое. Но это, конечно, обновление своего отеля, конечно, классно сделал. Поздравляю. Опять тоже, то чё, ко мне все ТП хотят? Кыш отсюда вообще. Ты мне изумруда дашь хотя бы? Макас, 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 макас. Лучше не связывайся с ним, братан. У него, он владелец. Вон он с мечом стоит. Вон у нас. Он не связывайся с ним, он владелец. Я баню, что свидание. Забань его, ты же можешь. У него нет уже прав на. Если что, он меня сейчас скажу. Раз, два, три. Он меня на три привилегии выше. Он тебя может... Братан, или не связывайся с ним. Понимаешь, он знает, что ты ваниши. Он знает, что ты ваниши. У него есть доступ к консоли. То есть он включает консоль, он включает. Он может видеть все команды в чате. Даже кто ваниш пишет. Так что тебе... Да, да. Я его не буду впускать, пусть там сидит. Он тэпается к себе, он тэпается к людям. ТП Тогадол, напиши. ТП Тогле. Тогле. А вам не позволен выполнять данную команду, чтобы не тэпался. Мне тоже не позволен, а он ко мне не может тэпнуться, будет писать. Ага, потому что ты ваниша. Он у меня Fortnite выбрался. Что тут Макас? Сейчас вы положите настройку, что? Угу. Еще любовь черт. А какая столица Китая? Ну откуда он знает, что мне читает? Я же сейчас не спорю. Ты мне изумруда хоть дашь хоть один так, пожалуйста. Чё ты? Я же тебя прошу, сколько раз уже, да, ребят? Посмотрите вот там. Сколько? Сигмус, я с Сигму играю. Верст? Да. А вон там меню вот эти вот. Вот эти, которые. Клеточки. Ну, чтобы вот так выбирать. Да, маленькие. Только попробуй это сделать. СПС. Да ты мразь бегающий.
Путин. Вот и сиди там. Ой, смотри, как я сделала. Ну, я победил. Я победил. Ну, быстрей! Так, я пошел себе меч красить. Почему у тебя нет верстака? Скажи мне. Где? Где-то, да? Меня поджигали, слышь! Он меня поджег! Быстро в воду, быстро в воду! Да нет, я сам себе открою. Я сейчас сдохну. Все, я умер, братан. А нет, вон вода, я ее вижу. Ну нет, за что? Ребят, пишите сейчас комментарии. Ой, какие комментарии? Чёрт-трансляция же есть. Пишите в чёрт-трансляции, кто хочет на мини-игры на этом сервере или остаться на, вот, на выживание с плюшками. Пишите реально. Слышь, а можешь на этот, на грейферское, на никогда не были? Ну, у меня версия не такая для читов. Мне тут придется с горы в оглю заходить. Там у меня версия на 1.12. А я ненавижу горы в оглю. Егор Курилов, привет! Мой людец, мой хороший. Я здесь только на лямочку присел. Чё ты? Дай пялечку присел. Он мне алмаза. Мне какой-то чувак алмаза. Уак! Нет, я хочу на выживалку. Почему выживалка? Ладно. Один голос за выживалку. Давайте, еще что пишем? Пишем. Ку-ку, сода, кока-кола, ЮТБС. Ку-ку. Ребят, пишите, вся трансляция сейчас. Ну, кто хочет на выживание вот здесь остаться, И, да, кто хочет на выживание, плюс чат. А кто хочет на мини-игры, минус чат. Все, жду. Так, есть здесь какие-то палочки? У меня палка админов есть. Мне кто-то изумруд дает. Давайте, пишите плюс или минус, плюс-минус. Тебе нельзя писать, ясно? Ты у меня в скайпе, так что выйди из, пожалуйста. Так, один голос за выживание, один голос за мини-игры. Давайте. Еще, пацаны, пишем еще. Не нужно конкретного ответа. Так. Два голоса за... Два голоса за выживание, один голос за мини-игры. Бесплатный кейс, что? Так, на какой нажать? Ребят, стойте, давайте, пишите на какой. До 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На какой мне нажать сундук, чтобы я получил донат? Как вы думаете? Давайте. Напишите. Главное, чтобы у всех ответ совпадал. Я не буду там, вот то, что 101 напишет, там, например, 9. Я не буду прям сразу открываться. А, буду ждать, пока еще будут. Давайте, пишите. Какой мне вот из этих кейсов открыть?
пишите. Да. Я жду. Жди, тебя никто не напишет. Ха-ха. Все, этот, мистер Бейт пишет. Плюс. Здесь много плюсов, короче, я не буду сейчас. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какой откроем? На удачу. Шестак. Говорят, шестой. Давайте, шестой. Кто другой выберет? Пишем. Не забывай, не ленимся. Видно, Шин-Шин только написал 6, значит, открываем шестерку. Мне выпадает донат игрок, представляешь? Кому-то мне тоже игрок выпадает. Не, вот это? Он тоже 6 написал. Уже поздно, я так 6 нажал. Капец, капец. Ты мне кого гинешь? Точнее, кого гинешь? Так. Спасибо. Да, теперь изумрудов. Возьми. Мне сейчас дадут. На, возьми. Мне не нужен, братан, давай. Давай. А, это ты, мистер Бэт? А, давай напишем. А, привет. Да не нужно мне, забери! А это ты мне даешь? Мне нужно! Это ты мне даешь? Боки! Да. А, ну ясно, спасибо, СПС. Так, теперь мне дай стак стейков. Давай, стак стейков. Ну, сзади, вот я! А что нужно писать? Ну вот я перед тобой, вот! Вот, вот, смотри, вот просто, вот, стой на месте, вот на месте, стой, вот сейчас где ты смотришь, вот туда кидай. Вот, нет, смотри, вот видишь, где, вот, стой, нет, поверни голову, чуть-чуть правее, ну, в другую сторону, да, верти, давай, еще, все, хуя, все, стопай, все, кидай. Кидай, я здесь стою. Я перед тобой, прямо на носу сижу. Давай, кидай. Ой, кидаю. Ты забил? И где? Ты можешь стаками отдать? И как это? Контрол. А, вот. Уху, я дал! Да. Так, давай это, кидай палочки, стрелы и зачарованные яблочки. Все, это все, что от тебя нужно. Мне все, что от тебя нужно. Ой, я сейчас много сделаю изумрудов. О, да, красотки. Такие зелененькие. А для жителей это точно зеленые красотки. Так, стоять. Поверни чуть-чуть правее, вот где блок сзади тебя стоит. Только не доходя до него. Не успел. Нет, повернись обратно. Не. Обратно. Вот сейчас ты спиной стоишь. Вот, все. Вот, стоять. Все, давай, кидай. Не, все, вот, все, остановись. Стоп. Все, кидай. Уйди! Ты что, гаешь? Ты можешь стаком выдать? Ну так, столько-то не надо! Не, мне стрелы не нужны. Ой, луки не нужны. Ты мне вообще-то обещал, что? Палочки-то мне обещал. Я тебя палочки поставил. А вот луки мне не нужны. Нить, не забудь еще нить. Да ты задолбался своими яблоками.
Настя. Она тебя видит. Ладно. Пацаны, дайте мне это. Сейчас дерево. Да, ты ванишь. Да, ты ванишь? Да не надо, братан. Ну чё вы такие добоносные? Не надо мне. Чё ты врёшь? Так. Ты мне палочки дай когда-нибудь, и нить. Так, через сколько я могу ехать, кстати? Ага. Вот именно, А, Б. Ага, у себя вон дома, куда ты побежал, братан? Типа я тебя не вижу, да? А кто это там у нас такой стоит? Ах, опа, я... Чё ты был? Ты в ванную зашёл. Я тебе не доносил. Ой, ты в ванную. Ю в ванную. Ванную, ванную. Ты что творишь? Слышь, пацан, ты что творишь? Ха! Не помоги. Ты что? Ты... Кто здесь ломает? Кто-то здесь ломает. Харе троллит, братан, это же я знаю, что это ты. Ты меня грифишь. Еще ты меня троллишь. Я прав? Скажи честно. Ты меня троллишь, да? Я прав? Угу. Конечно. А что это здесь у нас? Такие зала? Как здесь все строится? Как ты думаешь? Надо подумать логически. Ребят, думайте. Почему здесь все так сделается? Смотрите, что здесь. Ты можешь мне? Знаешь, наш дом Гриффинов. Наш дом Гриффинов. Нам писем построен. Я тебе говорю, нам писем построен. Отвечаю. Я тебе врать, я тебе сейчас на реально. Здесь там только... Вот писюн стоит! Охереть! Да кто это здесь? Смотри, вот! Угадай! Угу, что, не торит? Да ты, может, а? Ванишь, а вышел. А тебя нет. Ну ты не можешь у себя такое построить же, да? Или можешь? Это же твой дом все-таки. Ты мне дашь нить и три нити и палочки. Да не надо мне твой лук. Мне нужна нить и палочки. Все. Да ты что трудно? Вот Денис, видишь, написал Денис. Вот он нас за Гриффин, да, братан, братишка? Он за Гриффин у нас.
У нас вещи забыл. Видь? Смотри, я тебе сейчас вот так сейчас. Вот. Видишь, я тебе Нику написал? Вот. Он загрифил нас. Он вот растивку загрифил. А мы дом строили как раз таки. Он как раз таки модератор, а ты его можешь забанить, сейчас создатель. Скажи, грифер на вещи, скринов не будет, извините, вот так напиши. Ты ж... Нет! Братан, нет! Кидай. Он реально наш загрифер. Вот сзади. Вот я. Да ты что ты за... Вот видишь, о, грифер зашел. Видишь, он пишет Тедис. Вот видишь, опять написал. Даже я что слышал. Вот Тедис. Он грифер. Он с модератором грифер. Давай. Мне надо столько нити, братан. Зачем ты мне столько даешь? У меня есть палка админов уже. Деревянные палки. Я это на самом деле сейчас куплю. Да ладно. Да я найду уже дерево, срубил, все. Вот, все, уже рублю дерево. Уже три это срубил. Ты это, наверное, уже нарушил. Все, потом я уже сделал доски. Сделал верстак. А зачем верстак? Я не могу. А мне ты это все делать. Так. О, две. О, 48 палочек. Все, спасибо, уже не надо палочки. Огромное тебе спасибо. Что я делаю? Так, возьми. Я всем делаю по... Я всем делаю это. Вот своим подписчикам я делаю пауку. Я буду сейчас им делать. Так, возьми батон. Это все вам, пацаны. Так, сейчас я вам сейчас инструментики скрачу. Я и так уже сделаю. Вот мои подписчики здесь стоят. Вот тебе мячик. Тебе мячик. Нет, я уже все делаю, братан. Это мои подписчики, да? Да? Все. Так. Так. А, я же вам стрелу забыл дать. Вот, знаете, по одной стреле вам. Стреле. Вам это достаточно? Там науки зачарованы бесконечно. Что вы можете бесконечно стрелять. Так, броня. Броня. А, не сначала, инструменты. Кирки. На тебе, братан. Так, и тебе, на. И себе. Так, следующее топор. Видишь, какую раздачу сделаю. Они меня точно будут благодарить, наверное. На тебе, на. Бери. Так, бери, братан, все. Они уже вещи выкидывают, и мне только никуда ложить. Так, что еще? А, броня, все, броня идет. Шлем. Так, бери. И себе. Так, дальше. Будет нагрудник. Так, и еще. Так, беру тебе. Так, делаю дальше. Штанцы. Так, тебе штанцы. И мне штанцы. Теперь ботики.
Так. Так, тебе, на ботики тебе. Ботики тебе. Так, а чё, кто меч выкинул? Кто-то меч Бога выкинул? Да ну нафиг. Так, братан, вот, возьми тебе ботиночки. Возьми ботиночки. Возьми ботиночки, на. И вам по 5 яблочек. Все. Так, вот тебе на 5 яблочек. И тебе на 5 яблочек. 5 яблочек возьми. Вот так, на 5 яблочек. Все. Я все закончил. Вот теперь еще ботиночки я тебе не забыл, забыл дать. А что еще сдавать? Еще кого сдавать? Ну, им уже, наверное, они уже доски выкупают. Смотри, подойди ко мне, вот ТП ко мне, ТП. Вот есть. Ладно, тогда на тебе будет ТП. Ты видишь, что вот они вот тут уже дофигища вещей выкинули. Ради того, что взять. Я тебе сейчас стащу. Что ты сделал? Ты мог в другую сторону? Я тебе говорю, ТП ко мне. Ко мне, а не меня к себе. Паш, вот. Ладно. И по палке Бога им. Вот, у него уже есть палка админа. И тебе на палку админа. У тебя есть, на палку админа. Не знаю. Color chat можно зачем написать? Да, там выбирается, можно. А что ты секретный путь не сделал, что-то картина у тебя просто есть? Кстати, да, а что я раньше не подумал? Реально, нужно же сделать потайный ход. Так, бухать, давайте бухать. Бухать, да, удобно. Бухать давайте. Смотритесь так, снимаем броньку. Сейчас будем бухать. Так, иди к нам, это... Кто там у нас, этот... Барышник, как он? Выйди из ванни, Барышник, иди ко мне. Сейчас будешь нам пивко давать. Так, пошли. Пошли, будешь нам пивко давать. Мы выпить хотим. Сними бронь. Сними бронь. Ладно, всё. Давай, пошли. Чё? Ну-ка, давай. А, вот кака. Смотри. А, сейчас. Смотри в чат, видишь? Да. Кто я? Сейчас за лоха ответишь. Все, бухать давайте, пошлите. Иди там будешь... Это, пусть... Да, вот все, иди, давай, заходи. Все, давай. Так, мне бы... Заказывайте, пацаны. Заказывайте. И вот, ему. Так, мне, пожалуйста, 3-литровую пиво, пожалуйста. Так, 55-600 тоже просит пиво. Мы все пиво будем. Нам пиво, да? Так, не спать, не успел. Что ты делаешь? Господи. Не смотрите, давайте напишем. Не смотрите. Фу, господи. Не смотрите. Я пишу, что он дрочит. А что ты
прийти. Смотри. Ты нам пивко дашь, нет? Смотри. Что, такой сын красивый, да? Смотри. Ой, здрасте. Ты что, дебил? Выйдите! Дебил! О, чешуйница пришла. Они появляются автоматически. Когда много перов используешь, они появляются. Пиво! Пиво! Ну-ка. Пиво! Не, сейчас. Пиво! Все, давай, пиво нам нужно. Мы хотим отметить... А ты, кстати, вас, ребят, поздравляю вас с Старым Новым Годом. Сегодня Старый Новый Год. Ой, крутой праздник сегодня. Давай. Мы пиво. Давай уже. Видишь, мы все на тебя смотрим. Мы такие. Та-да. Я закат вижу. Через стену я вижу закат. Я читер. Так, наковальня. Сейчас я сделаю вам. Сейчас напишешь там Х на букву Х. Закончится на краткую. Стоп. Да. Опа, пи... Ну конечно! А кто у нас 56 ударит? А, никто. Что, что я делал в этом, да? Я вижу тебя. Трое. Сюда, идите ко мне. Давай. Угу. Так. Берите, пацаны. Так, ну что ж. Садимся. Так. Подписался. Мастер Виталий. Виталий! Подпипай! Молодец. Виталий подписался, значит, он молодец. А вот по тебе не видно, что ты подписался на меня. Да? Ой, как нас крутит-то. Надо кушать яблочко. Круто. Шеф-повар, сейчас запишем. Шеф-повар, норм. Сейчас, ребят, подождите. Сейчас настрою. Так. Еще порцию? Подождите, я кое-что настраиваю. А что это я тут за программа? Да, это моя программа, а ты не надо, нельзя. У тебя не надо. Не скажу! Все. О, круто-то как! Господи. Так, тапочки надели? Тапочки надели? Тапочки надели. Что ты это сделал сейчас? Что ты делаешь? Я? Что это за программа? Тебе не важно. Подпишись на мой канал, пожалуйста. А я еще давно. Давай, подожди, сейчас мистер Виталия оценил, подожди. Так, подписался. О, братан, мистер Виталий, я поздравляю тебя. У тебя 100 подписчиков. И на меня не забудь подписаться. Так, ну что, давайте.
Зачем тебе знать? Я вам скажу, скажу. А если не хочу тебе говорить? Господи, ребят, вы никогда ему не верьте. Молодец, братан. Молодец. Тебе. Да круто ты меня кикнул. Зачем тебе знать, что это за программа? И чё? Это моя программа, тебе она не нужна. Она, и нет, она во-первых, не для Зоны. Она мне нужна, понимаешь? Это моё, короче. Всё. Ну пошлите дальше, всё. Не, мне не надо. Мне не надо, я тут уже побуханный. Хотя нет, можно мне одну восстанавливающую вино восстанавливающую. Можно? Мне просто это нужно. Ну, можно? Восстановление. Мне нужно это. О, да, вкусная баночка. А все, они в тапочках, а я могу без тапочек, потому что это же тоже мой приват, да? А я в тапочках, уже не гости. Вот забухали. Они бухают еще. Ну, быстрее, а то сейчас спать лягу. Я сразу говорю, ну-ка давай. Хоть фу, видишь, что говорят? Говно ночь. Ну давай. Да ну, на 2 минуты, да мне восстановление потом нужно. На восстановление. Ну, я что дал? Ты мне дал, ну-ка. Ты мне дал, ну-ка, минус. Отравление-то нужно. А мне нужно восстановление. Давай. Что там делаешь? Опа, чешуйка. Давай. Тебе на него назвать? Все нормально, а теперь грифель его. Тебе нельзя... Так, тебе нужна команда... Команда ПВП... Пиши РГ-флаг, название твоего региона и ПВП Дэйн напиши. Вот так, пиши РГ. РГ-флаг, название РГ, потом ПВП Дэйн. Вот так пиши. Ага, мне... Мне тебе можно в личку написать. Ладно, я тебе в личку напишу. Как у тебя там да... Да... Вот. Вот, только с палкой, понял? С палкой. Ты вкусишь ПВД, я на ты включаешь, вот тут написано... Ты... Чтобы включить ПВП в регион, надо РГ-флаг, название ПВП Дэйн. Все. Ты включишь это ПВП в регион, я могу тоже убирать. Игрок Diamond Floyd временно забанил игрока Макс на 2 минуты по причине НБП. Зачем они за такой банят? Кот какие. Так, Киев. Пекин. Да Пекин, ну господи! Почему все так сложно? Ты малый. Я справился. Не забудь на меня, мистер Виталий, подписаться.
Подписаться, подписаться. Дай Яндру. Тебе еды хотят. Ну-ка дай им еду. Быстро. Понимаешь? Я тут дал где котика. Ты что, не брился? Фу. Пацаны, он не побрился. Фу. Фу-фу. А вот смотрите, а теперь смотрите на него. Видите, а я побрился. Побрился. Вот смотрите, пацаны, смотрите. Вот, видите, смотрите, я побрился. Они нет. А вы нет. А я побрился. Стейк! Возьми стейк. Кто-то там гжать хотел. Ага, стейк, да. Может, у меня теперь вот тут не лагает? Лагает. Смотри! Я вижу, блин. Смотри, бай-бай! А он очень веселится там. Испытание пройди, успей пройти его там! Прошел. Все хорошо. Хорошо, все хорошо. Так ну хорошо! Все. Ты поест, блин. Ну, знаешь, ну, вот, ты мне сломал систему мою. Это не я. Давай. О, пожалуйста. Давай смотрим, что там. Так, что-то не так явно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, братан, так. А, тебе, знаешь, что? Сейчас я ремонт делаю. Скажи. Так, у тебя здесь... У тебя неправильно эти настроены. Тебе вот здесь... Ничего не новое, ой. Сейчас у тебя пангует. Вот так, чтобы... Смотри, теперь попробуй. Заново. Покликай. Во, видишь, все. Нет, ну вот именно, то, что кто-то этот, проще неправильно, ну точнее этот, как он называется-то. Короче, ты понял, да? Вот еще видишь, я починил. Тут ну, спасибо сказать. Ты можешь это застук... Ой, забей. Сделай ночник, пропиши. Я сверху слышу. Тебя не бесит эти гадкие шипы? Кто создавал, какой тебе создал эти шипы? Я тебя пойду убью! Thank you.
смеха. Смотри, вот это этот 55-600. Вот знаешь, видишь, он, ты, вот этот, ты ему дал это на стирке, это, зелье отравление, да? Он выпал его, он умирает, да? Он когда рядом со мной был, я его типа, я же его убил, и он умирает прям во время, когда он... Кажется, когда он бьется от отравления, я его так бью каждый раз. Я угадал. Посмотри стрим там, где я правильно там. Слушай, я вот эти тайнички нашел такие вот. Сзади форта твоего. Я только сейчас реально смотри заметил. Я здесь прям никого не видел. Так, сейчас я, ребят, подождите, Сейчас я подожди. Так, Рыга, гон на мини-игры? Все, ха-ха, все, ребят, пишу ха. Так, Яна, подождите, не ходите сразу, чтобы иди... Вот, все, потом, стой, так стоять, ты здесь. Ждем их. Ты видишь мой скин-то, а? Видишь мой скин? Да, 90% скидки. Нет, ты скин мой видишь? Да. Вот так, 55-600 и 600 есть. Да, твой скин. Да, вот он твой, ты такой, типа. Мы поздороваемся с моей аудиторией, я бандикам только сейчас включу. Ребята, это самый смешной стрим, мне кажется. Всем здрасте. Сегодня мы вам покажем, мне его сюрприз. И вот, правильно, вот видите. Тоже тупит. Да, когда через 10 минут я закончу стрим. На твой не надо подписываться, у тебя 0 подписчиков. Смотри, знаешь так. Ой, а что ты мог? Пацаны, в смысле? Да вот же желтое стекло. Вот это 55-600. Видишь, вот желтое стекло. Видишь, вот это. Я прыгаю туда. Почему? Почему я не могу? Здравствуйте, а вот скажите, пожалуйста, вы какой портал не понравился? Я прыгаю вот в портал мини-игр, вот это желтое стекло, но смотрите, не получается ничего. Видите? Не, во-первых... Ну, стекло, а не клеено. Так это и есть стекло, вот, видите? Ничего не помогает, видишь, да? Вот даже не... О! О, я попал. И спасибо за это, за помощь. Дамирнер! Так, как у тебя там? Дамирнер! Дамирнер! Так, все, пошли! Да какой? Да, мне не лезь! Моя тёлка не лезь! Куда ты сюда смотришь туда? Вообще, я сзади тебя! Ты не видишь? Это моя тёлка, пошёл отсюда! Я тут выходил.
Так, а я говорю. Уйди, подожди, уйди. Я смотри, телепорт, где он. Он просто это делает. Только тебе надо будет подойти ближе. Потому что ты ее в этом... Она такая, я в шоке, господи. Что за даун у меня этого того? Чмо. Она тебе чмо написала. Она чмо, она чмо. Ага, я знаю, что ты хочешь. Подойди к твоим штанишкам и это. Вот этой головкой, да? Вон она ходит, вот она. Подожди. Он такой, рад, батя, рад. Иди сюда, я хочу тебя выехать. Как она... Смотрите, какая рожа у меня красивая. Хотели бы себе такую чёлку, а? Я бы хотел. Ты забыла. Ну, господи, нельзя, что ли? Так, все, давайте, гон на Скайлас. Я на Скайлас зашел. Так, все, и он зашел. Я упал. Вот ты. Так, все, начинаем игру. Так, я доски, у меня доски есть, я пошел на центр. Я на центре, вот так. Если что, я с тобой поделюсь вещами. Понял? Да. И с 55-600 не бить его, ясно? Еще хоть пальцем его тронешь, тебе реально не жить. Я тебя убил, у меня скилла есть. Крутая. Да ты тварь, слизи! Как же отсюда? Я не могу себе меча нормально. Ты понимаешь, я сейчас на центре лутаюсь, я не могу ни одного нормального. Я не могу нормального меча найти, ты такой... Ну ты что, какай? О, я чё? Давай, давай. Да. Да ну! Кто? Блин, у меня 10 хп, у меня 2 хп осталось. Так, кушай, я кушаю, 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 кушаю. Пишет, на! О, у него есть это? Меч мой! Блин! А, блин, блин! Кыш! Кыш, 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 кыш! Давай, давай, прыгай туда, прыгай туда! Кому прыгай туда? Блин, братан, у меня пару хп осталось. Я сейчас... Ты сдох? Покажи, пока живой. О, я... Меня кинул, не закивал. Так, сейчас друзья, сейчас так, все. Так, вот килограмм АЦЦ, да? А где АЦЦ? У меня нет АЦЦ. Сейчас, подожди, стой на месте, а я хочу глянуть. Здесь нету на АЦЦ, здесь нету. Да, здесь АЦЦ нету. Ну-ка, ша, подожди. Мне на F11 нужно, чтобы у меня просто не хватает экрана сюда. Ну, все. Вот. Нет, 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 АЦЦ нет еще, подожди, на ИПБ, найду, подожди. Автоблок, дать, Все, я походу, нет, АЦЦ у меня нету, вот это. Так, Билл Шифер, Шифер МБ, учитель ед. Так, что-то, чтобы такие, как ты, с читами сдохли. Ой, братан, как ты мне надоел. Вымели исключить все, вот, на 30 секунд улетаешь. Слушай, сейчас смотрю, на 30 секунд. Не надо, блин! Он достанет все, так у меня сейчас закончится. Все, давай. На Скайворкс. Я уже на Скайворкс зашел. Давай зайка на Скайворкс. Го. 6 игроков-то.
75 секунд до начала осталось. Сейчас нет, не получилось. Давай, заходи на Skybus! Быстрее, 8 игроков. Все, красава. Еще 60 секунд осталось, да. Так, мы тем всех что, да? Ага, тим. Чё? А почему? Чё? Почему я ниже? Я ниже вас! А здесь есть скайбок? Растинка? Нет. Растинка? Он тоже? Ну-ка. Он прямо зашёл. Они в команде! А я... Я тоже с кем-то в команде. Я вон... Нет. Стоп. Да, вижу. И я тут написал 55. А я напишу сейчас 1, 2, 3. Вот. 5, 4, 3. Короче, смотри. Вот появляются двое сразу с тактом. Все, сразу стойся на центр. О, у меня есть. Я пошел на центр. Все. Я на центр. И сразу лутаемся, ясно, чтобы... Понимаешь, какие здесь вещи, а? Понимаешь? Или пёрл, когда у тебя есть пёрл, и сразу на центр. Я всегда так делаю. Так. Дайте мне сразу какие-нибудь крутые... Какой-нибудь крутой меч. А то мне не попадаются крутые мечи, ты понимаешь? На Skybus не попадают. А? Что? Говно. И тебе только говно. Какой смысл? Ну и чё у тебя лава, если чё? Ты его залёшь, на неё сам же попадёшься. Ну, если у тебя есть огнево, то тогда он кого-то круто. Я у тебя кого-то вещь нашёл! А, это Растивка, господи. Меня Растивка напугала. О, красава, ты не того, ты того убил. Был убит, а... Растивку убили! Так, кто это? На меня напали, мадам, вот. Я тебе сейчас серьезно помоги. У меня мало хп осталось. Я чувака убиваю. В смысле тебя убили? Чё ты такой лоха? Зашибись. 10 секунд прошло. Надеюсь, вам понравился этот стрим. Не забывайте подписываться на канал и ставить большущий лайк. Ну а с вами был канал ProMaster и Егор Курилев. Ну и всем пока!